Итак, воспитание в страсти означает взаимовыгодные отношения. Как с женой, так и с ребенком. В семье такие отношения строятся. Надо заинтересовать ребенка благами какими-то и подкупить его. Или лишить его этих благ, если он не хочет следовать за вами. Это называется манипуляцией. Люди страсти манипулируют друг другом. Все. У них нет отношений. Жена контролирует мужа с помощью секса. Не хочешь делать, как я хочу, секса не будет. Все. Лавочка закрыта. Мужчина контролирует женщину с помощью зарплаты. Говорит, лавочка закрыта, денег не будет. Так живут люди в страсти. Они или дают, подпоощряют друг друга с помощью, давая как бы плоды труда, счастья, давая счастье, они поощряют друг друга и закрывают лавочку, если человек не ведет себя как надо. Так они ведут. Никаких взаимоотношений нет, взаимопонимания никакого нет, просто есть контроль друг друга и все. С помощью позиции силы. У каждого свои силы. У женщины сила – это красота, у мужчины сила – это могущество, его власть. Кто сильнее? Если женщина красивее, чем власть мужчины, значит, женщина контролирует ситуацию, она лучше, она круче. Она подгибает под себя мужчину, и как бы мужчина становится подкаблучным. Делает так, как она хочет. Если больше власти у мужчины, женщина тогда подгибается. Она думает, терять много, если я с ним расстанусь, много денег, много квартиры большая, футбольное поле. Нет, лучше буду униженной. Это отношение в страсти. Как с детьми обращаться? Точно так же. Подкупать или вызывать страх. Все. Результат – никакого развития разума у ребенка нет. У него развиваются профессиональные навыки. Профессиональные навыки – это умственная деятельность. Человек может стать крутым специалистом, может выучиться в 5 вузах, при этом у него никаких хороших черт характера не будет. Все. Новый русский. Воспитание благости – следующая тема. Поехали.